Приветствуем вас на канале Хедстарт ТВ. Уже совсем скоро некоторые начнут задумываться о новогоднем декоре в доме и за его пределами, например, в саду. Что же необычного можно придумать и как по-особенному украсить интерьер, мы расскажем в этом видео. Использовать стандартные декоративные элементы, как гирлянды, статуэтки или подсвечники, слишком банально. Всегда будет чего-то не хватать. Декоративные сани – вот что креативно и необычно. Вы думаете, что они используются только на улице, а вот и нет. Кованые ажурные сани под елкой – интересный вариант. На них можно поместить подарки для родных и близких, а можно устроить веселую фотосъемку в новогодних костюмах. Поставив сани на улице, вы точно привлечете внимание к своему саду. На них можно удобно расположиться, как на скамейке. Изготовлены они из металла и дерева. Эти материалы неприхотливы к любой погоде. Ко всему прочему, сани можно использовать по прямому назначению, а именно кататься на них. Несмотря на свой вес, сани легко катятся с горы. И, наконец, подставки для цветов в виде санок. Интересный, необычный вариант. Их помещают на подоконник. Растения в красивых цветочницах на фоне заснеженного окна создают сказочное настроение. Следите за нашими новинками новогоднего декора. До новых встреч!